сам цветок, да, вот наша чайная роза уже стала похожа. Опять же зелень, вот сейчас я ни с чем не смешиваю, прям вот такую темную, какая она есть, полупрозрачной, и беру. Тенит и фактурности не нужно, потому что если я закрашу коричневым цветом очень густо, то это будет выглядеть просто вот как крашеный забор, самое освещенное. Ну, то есть фактически как на шарике, да, свет, полутень, тень, рефлекс. Ядовитый такой, светло-зеленый, он мне нужен сейчас для того, чтобы сделать свет. Идет, ну, в общем, вести работу одновременно. Нельзя взять, сделать полностью пиончики, а потом дорисовать к ним фон. Он будет приклеенным, потому что потом, когда вытираешь кисть о тряпочку, там остается краска, и потом вот самый неподходящий момент, она вот где-то вылазит.